цветочки красиво цветут. А, это вообще бесплатно можно было зайти. Блин, так тепло, так классно, такое красивое место. Вау, как красиво. Расскажи что-нибудь про монастырь. Я первый раз в этом монастыре. Скажу честно, Википедию не читала, ничего не погуглила. Просто вот захотелось мне приехать в это место. Такое у меня душевное состояние сегодня. Но место очень красивое, место потрясающее. Ну, никогда, кстати, ничего не читала, едем. Мы просто после читаем. Смотрим, да. Знаешь, какие цветочки, знаешь, какая красота. Удобно с Лисой? Да. Хочешь, я заберу ее? Нет. Я хочу с Лисой. Хорошо, пошлите Лису. Пещеры. Ой, здесь прохладно. Прямо как мы в детстве снимали.
А что это за следы вот на камне, вот эти черные? Это плесень. Да ладно. Да. Трапеза на кухне здесь была на этом месте. Уже видно море вот отсюда. Ну, мне страшно. Для меня это очень высоко. Метров 30, а мне страшно. Здесь не опасно ходить? Походят же все, да, дети ходят. О, потрясающий вид отсюда. Как монахи жили, да, с каким видом? А, здесь тоже какая-то подсветка, здесь иконы и вот эти монетки. Ой, гривен много. Монетки — это люди загадывали желания. Гривны наши лежат. А иконы прям есть расписные на камне. Боже, сколько им лет. Это земная тюрьма, наверное, с такой шуткой. Не знаю. Не похоже сюда. У вас есть монетки с собой? Нету. И болгарских нету? Нету. Все нашли. Косточки. Лекер.
А я открою. Как красиво. Печь старинная. Что-то чей-то дом? Да. Охрана. Красивая киса. Как красиво, да, такие старинные здания. Даже камень мхом порос очень красиво. Природно. Катакомба. 700 метров. Ну, 700 метров, да?